Санкт-Петербуржец сломал зуб о шаверму и отомстил обидчикам. В Санкт-Петербурге мужчина сломал зуб о шаверму и из мести ограбил кафе, где купил ее. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает Flash Nord. Грабитель не успел скрыться с места преступления и был задержан сотрудниками транспортной полиции. На допросе он рассказал о недавнем происшествии со своим зубом. Не добившись от руководства заведения компенсации, недовольный посетитель решил забрать деньги самостоятельно, напал на сотрудника привокзального кафе и забрал выручку из кассы. В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников полиции, он будет привлекаться к уголовной ответственности не в первый раз. 8 мая стало известно об ограблении гипнотизером супермаркета на Урале. Мужчина заговорил кассиров так, что те отдали ему все деньги из кассы, а затем забыли, как это произошло. Перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.